Огромный привет, и я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня продолжаю видео с покупками с сайта AliExpress. У меня было много мелочевки, но я смотрю, что по тому количеству, как вы нажимаете ссылки, так как у меня укороченные ссылки, я примерно вижу, что вас больше всего интересует. Ну, мало кого интересуют такие глобальные вещи, которые я показываю, типа вот как мы покупали кофемашину или что-то такое. Обычно всегда очень мало заинтересованных в этом, но если какая-то мелочевка, типа кистей, что-то из косметики, то это все очень любят, поэтому у меня в этом видео как раз-таки будет очень много таких продуктов. Это я не специально заказывала, просто это все, что на сегодняшний день успела к этому моменту дойти. Так что, если вам интересно, то давайте приступим. Ну и первое, с чего я хочу начать, что я советую вам заказывать на AliExpress, это для девочек, если, например, вы делаете макияжи для Instagram, если просто вы работаете визажистом, и эти вещи вам нужны как расходники. Ну, я думаю, что вы знаете, сколько стоит одна пара ресниц, например, те же самые Ardell, которые я покупаю, стоит 7 евро одна пара, поэтому я задачилась найти на AliExpress нечто подобное по качеству, может быть, где-то даже лучше, но за более приемлемую стоимость, потому что, например, в Новый год я израсходовала очень много ресниц, потому что все, когда приходят краситься, хотят именно накладные ресницы. Я нашла вот такой вот вариант, это как раз клеится на уголки глаз, и это очень удобно, если, например, вы не сильны в том, чтобы клеить ресницы. Это вот самый, по мне, так идеальный вариант. Ресницы просто суперского качества. Сейчас у меня, кстати, они тоже на уголках наклеены. Работать с ними очень просто и особо заморачиваться не надо. Клей я советую покупать, естественно, хороший, не китайский, например, Duo. Я только всегда этот клей покупаю. Ну, а на ресницах можно сэкономить, если купить вот такую упаковку, которая там мне в 3-4 евро обошлась, и здесь большое количество ресниц. И еще продавец положил мне вот такой вот пинцет, и здесь есть щеточка. Очень удобно этим пинцетом работать, то есть вы положили ресницы на веко, дальше уже распределили там как нужно, щеточкой можете расчесать, если хотите более какой-то такой натуральный эффект. Огромное ему спасибо, потому что такой пинцет я как раз собиралась покупать. Следующие ресницы я заказывала уже у другого продавца и тоже нашла максимально похожие на натуральные ресницы, то есть я имею в виду, что они не дают дешевый, знаете, вот эти отблески, как от дешевого пластика бывает. С этими ресницами работать, естественно, сложнее, потому что они уже идут на все веко, но здесь вы также можете обрезать их на половинки, просто мне, честно говоря, жалко это делать, и поэтому я нашла себе вот такой вот вариант. Ссылку на обоих продавцов я тоже оставлю снизу, это очень бюджетно и очень классно по качеству, поэтому вам могу порекомендовать. Далее хочу вам показать еще две очень классные вещи, уже из косметики. Хотя я очень люблю вот этот бренд, и я уже вам говорила, я, честно говоря, до сих пор не знаю, как точно он называется, как он читается, поэтому не буду коверкать, но я думаю, что те, кто заказывает на AliExpress косметику, знает его. Это официальный какой-то китайский бренд, это не подделка ни подо что-то, то есть примерно масс-маркет, может быть, как косметика Elf, либо, ну, даже не знаю, может быть, как косметика Vivienne Sabon, но из ценовой категории примерно такой же. Посмотрите, какие у них красивые упаковки. Я уже не первый раз и даже не десятый раз заказываю карандаши для бровей. Они есть разные, есть скошенные, есть просто вот такие микрокарандаши, и все они приходят вот в таких очень-очень красивых упаковках, которые приятно держать в руках, которые приятно открывать. Карандаш, они сейчас что-то немножко поменяли, выглядит следующим образом. Вот тут с одной стороны получается щеточка для бровей, и с другой стороны здесь вот такой вот треугольный грифель. Такими очень удобно прокрашивать свои брови, потому что острым кончиком вы можете нарисовать отдельно волоски и потом всей остальной части уже заполнить. Получаются красивые, знаете, такие пудровые брови. Поэтому если вдруг вы ищете какой-то надежный, хороший, качественный бренд на AliExpress, я вам, ну и при этом бюджетный, я очень советую присмотреться вот именно к этой марке, потому что, ну, все, что я у них покупала, я сейчас заказала одну очень интересную палетку, у них в новинках появилась, и я увидела на странице, не помню, какого-то то ли английского блогера, то ли американского, она там делала макияж и достала настолько красивую палетку, я сразу к ним на страничку перешла, ну, через нее, и увидела, да, что у них вышли очень красивые палетки, я вот здесь вот оставлю фотографии, можете посмотреть, возможно, они вас заинтересуют, и вы закажете даже раньше, чем увидите в следующем видео у меня. Следующая вещь пришла уже вот в такой коробочке, это подводка, тоже очень-очень много положительных отзывов. Я, честно говоря, на эту косметику, ну вот,
С того момента, как я стала заказывать ее, я не видела никакие отрицательные отзывы. Может быть, они когда-то и были, и бренд сейчас стал намного лучше. Посмотрите, вот так выглядит подводка. У нее здесь вот такой вот толстый кончик. Сейчас покажу, как она рисует. Вот, она очень-очень пигментированная, она очень стойкая и очень удобно рисовать ей стрелки. И с другой стороны здесь есть вот такой вот штампик. То есть, допустим, если вы не можете правильно рисовать направляющую, то этот штампик вам поможет. Вы прикладываете глазу, и он делает вам, ну, то есть продолжает линию нижнего века. Очень, ну, в общем, все делает как надо. Вы можете посмотреть и у них в магазине. На AliExpress у них есть видео, как вообще все это дело работает. Он отлично справляется со своей задачей и стоил там в районе, честно, не буду врать, уже не помню, потому что заказывала давно, наверное, ну где-то евро 3-4, может быть. Ну, может быть, сейчас уже 5, не знаю, может быть, цены поднялись. Тоже выглядит, смотрите, как красиво, даже не стыдно достать из косметички. И насчет водостойкости не могу его сказать, потому что я особо так не проверяла. Ну, ходила со стрелками, и дождь, и снег был, все оставалось у меня на месте. Вот, кстати, подводка, когда застывает, она становится полностью матовой. Это то, что я очень сильно ценю как раз в подводках. Я люблю именно матовый. И вот, пожалуйста, она застыла, смотрите. Вот я тру, и подводка остается, она даже не стерлась нигде. Вот, если не верите, смотрите, я очень сильно нажимаю. И вот она остается на месте. Так что я просто очень-очень рекомендую присмотреться вот к этой марке и к этим вещам, которые вы сейчас увидели. И я просто обожаю делать покупки с сайта AliExpress, потому что там огромный выбор товаров, начиная от техники, комплектующих, заканчивая косметикой. И там даже есть продукты. Сейчас снова стартует распродажа, которая называется «Пора радовать», и скидки будут достигать до 70%. Это прекрасная возможность порадовать свою вторую половинку, ну, либо себя любимого. Поэтому присмотритесь обязательно к ней. Если у вас были какие-то товары, которые вы давно хотели купить, то, возможно, в это время будет на них скидка. И товары с пометкой «плюс» доходят за 14 дней. Распродажа будет действовать с 28 января по 16 февраля. Это отличная возможность для того, чтобы купить те товары, возможно, о которых вы давно мечтали. Может быть, это новый телефон, какая-нибудь техника, аксессуары, одежда, обувь. В общем, огромное количество товаров, которые у нас обычно продают в несколько раз дороже. И в период распродажи Letyshop дает тройной кэшбэк до 15%. То есть, если раньше вы с покупки могли вернуть 200 рублей, то теперь это будет 600 рублей, но количество активаций будет ограничено. И чтобы получить горящий кэшбэк, нужно зарегистрироваться в Letyshop или скачать приложение. Активировать горящий кэшбэк в AliExpress кликом по магазину, а дальше оформить заказ как обычно. И кэшбэк придет на ваш баланс в Letyshop, а после зачисления вы можете его вывести на карту или мобильный телефон. Так что обязательно участвуйте в распродаже от AliExpress и забирайте свой горящий кэшбэк. Ссылку я оставлю в описании. И далее, что я хочу показать вам, тоже было, ну, из косметических таких вещей, это вот такие спонжи, точнее расходники. Я на самом деле заказываю довольно часто, не жду, пока у меня последний спонж превратится в труху, и я заказываю сразу вот такими комплектами, чтобы было по 4, по 5 эти спонжи. В этот раз мне понравилось, что здесь в комплекте идут не только большие, но и маленькие для области вокруг глаз. Очень удобно там консилер ими наносить, поэтому тоже могу вам порекомендовать присмотреться. Честно говоря, из всех спонжей, которые я покупала, все всегда были очень качественные, очень мягкие, от воды разбухали, они не впитывали в себя огромное количество тональной основы, так что достаточно хорошо экономили продукт, поэтому в этот раз я тоже решила заказать, тем более фирма мне знакомая, и что мне очень понравилось, что они хранятся именно вот в такой банке и будут защищены от пыли. Тоже ссылку вам оставлю в описании под видео. Такая коробка мне обошлась даже дешевле, чем в 5 евро. Это, конечно же, не как покупать Beauty Blender за 19 евро, вот он сейчас у нас стоит, это одно яйцо. А здесь я купила целый комплект, и эти спонжи ничуть не хуже. Кто-то из моих зрительниц помнит, что я раньше делала так, что вы оставляете мне свои ссылки, я по ним, ну, товары, которые вас интересуют, я не знаю, почему мне сейчас не присылают, я уже много раз предлагала, может быть, кто-то просто мимо ушей пропускает, но она об этом помнит, и она мне прислала ссылку вот на такие небольшие кисти и попросила их заказать. Не знаю уж, посмотришь ты это видео или нет, но я с удовольствием заказала, ей было интересно, она говорит, что кисти, сейчас я подниму, кисти достаточно бюджетные, но, тем не менее, выглядят хорошо, и отзывы на них хорошие. Естественно, мне тоже было интересно, поэтому я заказала. Сейчас покажу, как они все выглядят.
Так, и в комплекте вы можете увидеть 6 кистей для глаз и 2 кисти для лица. Вот здесь синтетический, мой самый любимый, который присутствует во всех тех предыдущих кистях, о которых я вам рассказывала в других видео ранее. Единственное отличие от того, что я заказывала, это то, что здесь, как вы видите, короткие ручки. Каждая ручка подписана названием бренда. И если вы любите кисти с короткими ручками, очень мягкие, такие пушистые, у меня подобные кисти вот с зелеными ручками, они отлично растушевывают. Я на самом деле до сих пор нарадоваться не могу, что когда-то в свое время я нашла подобные кисти, потому что все свои старые комплекты я заменила вот теми кистями. А также здесь есть вот такая вот острая кисть, ну, можете наносить ей пудру или делать ей контурирование. И также есть вот такая вот скошенная кисть. За эту стоимость, которую я их купила, мне кажется, это просто отличный вариант. Кисти сделаны все просто супер, ворс у них нигде не лезет, растушевывать тень им тоже одно удовольствие. Здесь также есть скошенная кисточка для бровей. Единственное, что если вы рисуете стрелки, здесь не хватает кисточки для рисования стрелок. А так в целом могу сказать, что человеку, которому не нужно 150 наборов разных кистей, который просто делает макияж для себя и не нуждается, чтобы их там было, не знаю сколько, 20 разных для глаз, для какой-то мелкой работы, я могу порекомендовать, это хороший стандартный набор для того, чтобы сделать себе, в принципе, любой макияж. И далее, что я вам хотела показать в одном из видео, но я не помню, это был влог или тоже видео про AliExpress, я показывала вам, что я покупала сухоцветы, потому что искусственные цветы я не люблю, хотя раньше, помню, лет, наверное, 7 назад или 8, когда я только стала вести свой канал, какие-то покупки для дома делала, у меня были искусственные цветы, но потом, знаете, вот как-то охладела я к ним, и многие писали, что нельзя их держать дома, поэтому я решила найти себе сухоцветы и... По-моему, в том видео, в котором я показывала, особо на них внимания никто не обратил, но когда я выставила их в Инстаграм, я не знаю, сколько народу мне написали в директ для того, чтобы я дала ссылку на эти сухоцветы. В общем, посмотрите, одни у меня находятся вот в этой желтой вазе, которую я тоже заказывала с AliExpress, и вторые у меня находятся в черной вазе вот такой, которую я тоже заказывала на AliExpress. Вообще это комплект, то есть вот эти зеленые сухоцветы, этот, как он, эвкалипт, и вот эти вот пушистые, это продавалось все вместе, я просто распределила их по вазам, потому что мне не очень нравилось, как вместе смотрятся вот эти вот пушистики именно с эвкалиптом, то есть в букете они мне не особо понравились, поэтому я их разделила по двум разным вазам. Этот комплект стоил 12,99, и он стоит каждого своего цента. И, во-первых, они практически не осыпаются, что очень важно. Вот сейчас я взяла в руку, здесь маленькая какая-то бушинка летала у меня, но это, в принципе, все. Если вы их не дербаните намеренно, естественно, они стоят на месте, и все с ними хорошо. Я очень люблю сухоцветы, поэтому я обрадовалась, когда я нашла именно такой вариант смешанный. И я заказывала уже огромное их количество, но все они приходили просто в ужасном состоянии. Бывает, продавец так завернет, что они просто даже, когда до вас доходят, их невозможно выпрямить до того состояния, чтобы они выглядели как-то нормально. Они не распушаются, в общем, очень некрасивые, кривые, поэтому я даже не показывала. Но вот с радостью делюсь сейчас. И ссылку на продавца тоже оставлю, если вдруг вы, может быть, обустраиваете квартиру и хотите, чтобы у вас дома были постоянно вот какие-то, ну, сухоцветы даже, например, то вот советую обратить внимание на эти, потому что они просто вот отличного качества. Так, и еще одна вещь, которая наконец-то до меня дошла, я уже показывала ее во влоге, это вот такой вот классный ночник. Я, наверное, целый месяц ждала, пока он до меня дойдет, потому что лежал долго на таможне. Это медвежонок, который держит луну. Вот, и он работает от батареек круглых, то есть даже не пальчиковых, а которые обычно вставляются в часы или какие-то музыкальные игрушки. Светит он не очень ярко, что идеально подходит как раз для спальни ребенка, если надо что-то, ну, зайти там, ну, чтобы, в общем, не очень яркий свет был, чтобы не мешал никому. Внутри здесь есть вот такие вот звездочки выгравированные и просто как звездное небо сделано. Вот, я осталась очень довольна. Сделан он из гипса, насколько я понимаю. То есть это достаточно такая тяжелая вещь. Так что, если вдруг ищете в детскую комнату что-нибудь интересное, то советую присмотреться вот к этому ночнику. И следующая вещь, которую я хочу вам показать, это вот такой вот набор, который я заказывала уже для Льва. Ему как раз сейчас 3 с небольшим. Это набор рассчитан для 3+. И называется My Preschool Busy Book. Вообще Лев любит всякие, вот я уже говорила, такие развивательные, какие-то развивашки, в общем, что-то искать постоянно, куда-то что-то клеить, и поэтому, в принципе, я ему покупаю, я и сама рада посидеть, что-нибудь, ну, во что-нибудь такого рода сыграть. Посмотрите,
Этот комплект стоил 20 евро, и тоже могу сказать, что он стоит просто буквально каждого своего цента. И на самом деле я готова была бы отдать еще больше за него, потому что то, насколько качественно здесь сделан материал, это просто я еще не встречала. Ну, на Алиэкспресс, вот то, что я заказывала, развивающие игры, да, они все хорошие, но такого суперского качества я еще не встречала. В общем, вот так все это дело выглядит вот здесь вот. Здесь есть абсолютно разные карточки с названиями частей тела. Здесь написано все на английском, но, в принципе, для вас это не важно. Вы ребенку можете... Он все равно не умеет читать в 3 года, поэтому... Ну, в 3 года, там, может быть, чуть постарше. Вы можете ему это русскими словами называть и так с ним изучать. Посмотрите, здесь вы можете изучать и времена года, и также... абсолютно разных животных. Эти карточки все отсюда достаются и заполняется книга. Также здесь в комплекте, блин, очень долго рассказывать, прям хоть отдельное видео делать. Значит, здесь идет вот такая вот книжка, как я уже говорила. И посмотрите, овощи, фрукты, планеты, все сделано на картоне. Также, ну, очень большинство вот это, он все, конечно же, знает, большой, маленький, длинный, короткий, все, он это знает и времена года, но здесь есть такие вещи, которые, ну, хочется как-то подкрепить, поэтому я и заказала. Я осталась очень довольна набором, здесь есть куча вот таких вот пакетиков, куда вы можете сложить материал, то есть он нигде не будет у вас валяться. И здесь есть вот такая большая папка, приходится перезаписывать, потому что я не знаю, дотронулась я до микрофона или нет, куда вы тоже можете складывать весь материал, и он не будет у вас валяться. Также здесь есть вот такая небольшая папочка, и здесь клейкая основа с липучками, то есть вы можете клеить это все сюда, в эту книжку. В общем, просто супер набор, девочки, я всем рекомендую. Не только у тех, у кого есть проблемы с речью, но если вдруг вы что-то со своим ребенком хотите изучать и хотите себе доступный материал достойного качества, я считаю, что это небольшая стоимость, 20 евро за такой набор, то ссылку я оставлю в описании под видео. И еще, девчонки, хочу вам рассказать, тоже очень много вопросов вызывала. Я заказывала себе на Новый год гирлянды, чтобы повесить их на окна, но они пришли уже после 31 декабря. И опять же, тут Алиэкспресс не виноват, виновата моя таможня. Но они у меня сейчас висят и будут висеть круглый год, потому что они легко, в принципе, отключаются, их практически не видно. То есть они никак не мешают. Честно говоря, за ту стоимость, за которую я их получила, я просто удивилась вот этому крутому качеству. Я даже не думала, что за 7 евро можно купить такие гирлянды на проволоке, и она, когда на окнах висит, практически не видно, и вы не представляете, насколько волшебную атмосферу создает эта гирлянда. Я считаю, что она, в принципе, может висеть круглый год и включаться тогда, когда вам захочется уюта. У льва в комнате она включена постоянно, и одну мы просто накрутили на лампу, ну, куда-нибудь потом ее переставим. Я когда выставила тоже фотографию в Инстаграм в сторис, очень многим понравилось, и я не помню, сколько раз я дала ссылку на эту гирлянду, но тоже вам ставлю фотографию, потому что она уже висит, ее очень сложно оттуда доставать. Они, знаете, как такие пружинки, она не перегревается. У нее есть пульт, вы можете переключать режимы, там 8 режимов, по-моему, и очень-очень красиво смотрится из окна. Сейчас вы можете, конечно, не заказывать, но на следующий год обратите на них внимание, потому что, ну, на данный момент я заказывала несколько гирлянд, и я считаю, что это самая лучшая, которая ко мне пришла, вот, которые ко мне две пришли на данный момент. И также я хочу вам рассказать еще про один способ, с помощью которого я немножко изменила свой шкаф-витрину, то есть это такой бюджетный способ, чтобы вашим мебели придать, ну, какую-то изюминку. Я решила поменять там ручки, потому что с теми ручками, которыми как раз вот мы купили этот шкаф витрины, он был немножко такой скучноватый, а мне хотелось чего-то более интересного. Я, естественно, залезла на Алиэкспресс, потому что я посмотрела в Zara Home ручки, которые по 5, по 7 евро одна штука, и подумала, да нет, я, скорее всего, куплю на Алиэкспресс и найду дешевле, и что, в общем-то, так и оказалось. Я купила 5 ручек, стоили они в районе, наверное, 3 евро, плюс там 91 цент, по-моему, была доставка. В общем, поменять на шкафу ручки мне обошлось в 17 где-то евро, и это самый бюджетный способ, который вы можете разнообразить, ну, какую-то мебель. Я покажу обязательно поближе, как все это дело выглядит, как было, как стало. Я осталась очень довольна, когда они ко мне пришли, я их распаковала, я просто не поверила своим глазам. Во-первых, они достаточно крупные были, и как красиво они были сделаны. И на следующий день мы сразу поменяли эти ручки. Я вот тоже выставляла в Инстаграм. И тоже не представляете, сколько ссылок мне пришлось прислать девочкам, потому что им тоже очень понравились эти варианты. Так что ссылку на эти ручки я оставлю в описании под видео. Вы можете там найти абсолютно для
любой цели вы можете поменять ручки и на кухонных шкафчиках, и также в детских комнатах. Там есть ручки в виде парашютов керамических. В общем, все настолько красиво, что я решила и на других вещах тоже обязательно поменяю со временем ручки и на кухонных шкафах, и также хочу на комоде. У меня достаточно скучные там ручки. Так что да, обязательно проходите снизу, увидите там ссылку, возможно, вам тоже приглянется. Так что вот на сегодня это все, что я вам хотела показать. Если у вас есть какие-то вопросы, то не стесняйтесь, пишите мне их в комментариях, и увидимся в следующем видео.